Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую на своем канале. Сегодня пробовала создавать элементы фактурных картин. Попробовала работать мастихином. Ну, вот, покажу, что это из этого у меня получилось. И как я это все делала. Для чего я это пробую? Ну, хочу какую-нибудь написать картину на холсте. Ну, как написать? Попробовать. Написать, сделать, не знаю, как это. И, в общем, как бы это моя тренировочка. Вот так выглядят мои заготовочки, сделанные на самых обыкновенных, ненужных каких-то листиках. Это я так взяла, думаю, ну-ка. И вот эта вот штукатурочка. Ой, штукатурочка, шпаклевочка профессиональная написана. Для бетона, штукатурки, кирпича, деревянных изделий, гипсокартона, гипсоволокна. Ну и вот решила я поэкспериментировать, попробовать, что будет. Мне все хочется сделать картину текстурную. Я вот пробую. Вот этой вот штукатурочкой. Наносила я вот не этим шпательком, этот мягкий, а вот чуть пожестче маленьким шпательком. Вот. Ну а теперь хочу разукрасить. Посмотреть, как это что выглядит. Правда, еще не решила как. Но сейчас попробуем разные варианты. Этот цветок хочу покрасить розовым. Для этого смешаю белую и красную краски. Подберу какой-нибудь розовый цвет. Немножко. Сиреневый цвет я получила путем смешивания трех цветов. Вот синий, красный и еще добавила сюда вот такой белый. Вот такой сиреневый получился. Ну тут это уже как у вас получится в том смысле, сколько каких цветов вы добавите, такие будут оттенки сиреневого. Ну вот красно-розовый, сверху чуть-чуть желтого. Вот так вот выглядит цветочек. Я так сильно не прокрашиваю, это как бы проба, что из этого выйдет. А вот это второй листик. Здесь я тоже это сиреневой красочкой покрасила. Кстати, вот стены бы вышли очень даже ничего, если еще чуть-чуть загладить. А здесь я покрыла из баллончика. Золотая краска. Просто разбрызгала, но она у меня какой-то тут пена сначала пошла. Ну, вот так вот получается. Вот такая фактурка. Как бы работать можно. И пробовать. Ну, вот на этом, наверное, все. Покажу вам еще раз. Вот этот вариант. Вот этот вариант. Можно рисовать картины. Попробовать. На этом все, дорогие друзья. Обзоры, пробы шпаклевки. Что получилось. На этом все. Пока-пока.